Улыбки на лицах и праздничное настроение прекрасных дам, посещающих Центр социального обслуживания «Домодедовский», подтверждают, что здесь уже наступила настоящая весна. Чтобы удивить зрителей, к концерту, посвященному Международному женскому дню, сотрудники учреждения подошли с большой ответственностью. Стараешься какие-то интересные игры подобрать, что-то новенькое, пригласить кого-то, значит, выступающих новых, которые еще у нас не были. Музыкальное поздравление мужчин – первый номер праздничной программы. Участник творческого коллектива Александр Лугунов рассказывает, что, несмотря на репетиции, все равно немного волнуется перед выступлением. Споем, я думаю, хором всегда споем, когда нас много, мы сила. В этот день в адрес виновниц торжества прозвучало много теплых и нежных слов. Без женщин, как поется, жить на свете нельзя. Нельзя. Женщина – это, мне кажется, какое-то особое создание, поэтому мы их любим. Будем любить, мы все для них сделаем, чтобы им было легче и лучше, и счастливее. Самые юные артисты и воспитанники детских садов подготовили к празднику танцевальные и музыкальные номера, разыграли небольшие театральные сценки и читали стихотворения. Со мною бабушка моя, и значит, в доме главный я. Шкафы мне можно открывать, цветы кефиром поливать. Самой веселой частью программы стали конкурсы и викторины. Все дружно и с удовольствием принимали в них участие. Праздник получился ярким и запоминающимся. Гости мероприятия отмечали, что только так и нужно встречать весну. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.